Промышленность – один из краеугольных камней в развитии экономики. Были времена, когда от производства хотели полностью отказаться, перевести его в другие страны. К счастью, эти идеи остались в прошлом. Одно из ведущих предприятий области России – комплексный технический центр металлоконструкции. На предприятии прошла встреча члена промышленной комиссии Общероссийского народного фронта Алексея Ситникова. Обсуждали вопросы занятости, как в промышленности, так и в бизнесе. Я считаю, Ульяновская область является одним из флагманов развития промышленности в Российской Федерации. У нас создаются новые предприятия. Те предприятия, которые были, стараются также работать. Вот мы находимся на замечательном заводе металлоконструкции, который ставит дополнительный цех. Развитие предприятия положительно сказывается на его работниках. На заводе трудится 600 человек, а продукция поставляется далеко за пределы страны. Предприятие производит металлические ограждения для автомобильных дорог и постоянно расширяется. То есть мы делаем все, чтобы увеличить объем выпуска продукции. Для этого у нас добавилось еще филиалов. В странах СНГ 3 филиала, добавили в Европе 1 филиал и добавили в Уренгое филиал. То есть это нам дает возможность как бы увеличить избыт и за счет нового производства увеличить производственные мощности. Алексей Ситников пожелал рабочим работать в 3 смены. Для людей труда больше работы значит больше зарплаты. И такое пожелание их может только обрадовать. Хотя на предприятии и так дела обстоят очень хорошо. Предприятие металлоконструкции динамично развивается, осваивает новое оборудование, планово строится новый цех цинкования. Зарплата на этом предприятии платится своевременно, зарплата хорошая. Конечно, это всего лишь одно предприятие, но вокруг него выстраивается целая инфраструктура. Поэтому развитие даже одного завода приводит к очень большим и значительным последствиям. Егор Титов, Юрий Конихин, Новости дня, Ульяновская правда.